маленькій сонечці подобаються іграшкові коники. Також вона любить гратися з мамою на дитячому майданчику і збирати опале листя. А ще із захопленням розповідає віршики. Старанно розказує свій улюблений. Я печу, 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 діткам всім покалачу, верху маком потушу, спіч гарячу посаджу. Посаджу, випікайте скарачі у натоплій печі. Однак не так давно у дівчинки були проблеми з мовленням. Нам поставили діагноз заїкання, це було сонечки 2,4. Вона саме почала активно розмовляти. І коли ми почули це заїкання, це, звичайно, шок, тому що ми знаємо, що наша дитина може гарно спілкуватися, гарно розмовляти. І тут ми чуємо ці зупинки в реченні. Це, звичайно, було тяжко нам чути. Родина не гаяла часу і звернулася до фахівців. Ми відразу звернулися до невролога і до логопеда. Невролог нам назначив лікування, приписав нам ліки, одні для розвитку мозку, а інші заспокійливі. І як невролог, так і логопед нам сказали дотримуватись режиму дня і режиму тиші. Грати в спокійні ігри заспокійливі, але це дуже важко, тому що дитина активна саме в такому віці. Лікування та рекомендації ненадовго дали свій результат. Ми пішли в садочок, і сонечка знову почала заїкатись. Вона отримала стрес, перший раз в садочок, і почала заїкатись, і мені довелося її забрати, тому що я боялася, щоб не насміхалися діти, щоб не заострювали уваження на цьому, щоб не насміхалися над дитиною, і це не призвело в подальшому до якихось наступних травм психічних і тому подібних. Після встановлення діагнозу минуло 8 місяців. Дівчинка відвідує дитячий садок, спілкується зі своїми однолітками. Вже майже нічого не нагадує про дефект мовлення. Однак у батьків залишились побоювання, що заїкання може повернутися. Отже, продовжуємо обговорювати цю тему вже в прямому ефірі. До нас долучається Олена Калкутіна, лікарка-логопед. Зараз будемо отримувати відповіді на ті питання, які найбільше нас хвилюють. Доброго ранку. Я дякую, що завітали до нашої студії. Отже, ми знаємо, що одна із найпоширеніших вад мовлення є заїкання. Це хоч і не несе загрози для життя, але створює деякі проблеми. Про які саме ми будемо говорити? Перше запитання, воно логічне. Скажіть мені, будь ласка, від чого виникає заїкання? Який причин цієї вади? Сразу скажу, что причин множество. Так. Если задать этот вопрос, каждый, во всяком случае, многие ответят. Это испуг. И приведут сразу несколько житейских примеров на эту тему. Но ведь каждый из нас попадает в стрессовые ситуации в своей жизни неоднократно. А заикаются при этом не все. Чему так відбувається? Это происходит потому, что заикание – это последствия нарушений в работе мозга и нервной системы. Оно лишь следствие тех перенесенных психотравм, которые испытывает человек. Психотравма – лишь толчок к развитию тех механизмов, которые уже заложены, которые пострадали. А причины могут быть… Например, поражение головного мозга в период внутриутробного развития, если в период беременности женщины были какие-то неблагоприятные факторы. Могут быть родовые травмы, асфиксии, различные инфекционные и травматические поражения мозга вследствие перенесенных тяжелых заболеваний. Может быть нестабильность нервной системы, когда человек имеет тревожность, мнительность, нарушение сна. Сюда же можно отнести, причин много, сюда можно отнести и несогласованность в работе правого и левого полушарий. Например, это
чаще возникают у мальчиков в 4 раза, чем у девочек. Тобто в групі ризику більше знаходиться саме хлопчики, да? Да, потому что их функции мозга созревают дольше и формируются в более поздние сроки. Угу. Сюда же к этой же проблеме относится и переучивание ребенка из левой рукости в правую руку. Тобто ви хочете сказати, що якщо дитина лівша, не варто її перенавчати писати правою рукою, це може посприяти саме заїканню? Так. Да. При этом може появиться така проблема, як заїкання. Заиканию может способствовать и человек, который находится в ближайшем окружении ребенка и имеет этот дефект. Ребенок невольно начинает подражать, это становится привычкой и переходит в невротическое состояние. Тобто, виходячи із цього, будь-хто може почати заїкатися. Це може бути людина і в 30, і в 40 років. Я правильно розумію? Залежить від хто більше? Діти все ж таки вразливі до цього? Ну, саме найбільш підвержений період, коли виникає заїкання, від 2 до 6 років. Період бурного розвитку речі, становлення структур мозку, диференціації роботи правого і лівого полушарій. Именно этот период, как правило, и возникает заикание. Конечно, есть исключения. Оно может возникнуть и в другие периоды. Но это наиболее распространенный вариант. И возникнуть оно только, когда есть нарушение органического порядка. Возникает. Ведь не у каждого оно бывает. Всего 3% населения планеты заикается, живут в режимі хронічного заїкання. Угу. І це що, давайте розбиратися більш детально, що таке хронічне заїкання? Которое рецидивує, которое не проходить і сопровождає чоловіка всю його життя, несмотря ні на які міри воздействия. Так, от я вам хочу приклад навести. В мене декілька знайомих точно є, які заїкаються, наприклад, коли хвилюються. Дорослі вже сталі, один чоловік, в нього вже родина, коли він публічний виступ у нього, він починає заїкатися. Чи є якісь поради, щоб цього не було, чи ні? Як себе так стримувати? Чи це треба з логопедом займатися? Що робити в такому випадку? Ну, тут комплексне повинно бути. Комплексне воздействие. Со стороны психиатра, психолога, невролога и логопеда в том числе. Конечно, человек, в первую очередь, нужно обратиться к психиатру и неврологу, который порекомендует методы медикаментозной поддержки, седативные препараты назначит. Ну, а логопед поддержит эти начинания. Психолог даст установку на поведение, на коррекцию личности, комплексный подход. Но если заикание все же возникло, в первый момент нужно установить режим относительного молчания. Что приблизительно на 2 недели. Что это означает? Давайте следует уменьшить, насколько возможно, круг общения ребенка. Остаться, например, только с мамой на даче, например, или где-то уединиться. В течение 2 недель желательно молчать. Естественно, что это не мало выполнимо. Это складно разработать. Активный. Да. Но существует ряд моментов, таких игровых, например. Что мы делали, не скажем. А что сделали, покажем. Нарисуй то, что ты хочешь. Поменяем картинку на предмет и так далее. Если же возникает необходимость все-таки что-то сказать, то говорить нужно шепотом, тихо, как будто по секрету. Да. Через 2 недели такой уединенной, спокойной жизни начинаем постепенно возвращаться в нормальное речевое русло. При этом не спеша, медленно, на основе тихой речи и взрослого, и ребенка. И только после этого вот этот период, если он правильно организован, может снять проблему заикания. Вона є ризик того, що повернеться ця проблема. Ми ж не говоримо на 100% якусь гарантію, так? А ніхто вам не дасть ніхто ніде. Тобто вилікувати 100% ваду цю не можна, позбавитися, вірніше. Смотря для кого как. Так. Ведь всі люди різні. Кому-то поможе 100%. Кому-то даст временное улучшение, а для кого-то не будет никакого прогресса. Пробовать надо все.
современном мире существуют различные новые методы воздействия на эту проблему. Предлагается много различных приборов, которые корректируют работу мозга, активизируют и синхронизируют работу центров речевого, слухового, двигательного. И разработчики даже утверждают, что восстанавливают разрушенные структуры и возвращают все утраченные функции. Да. Такими приборами являются те, которые на основе импульсной терапии. Это Polaris и широко рекламируемый сегодня нейродоктор. Так, ну ми рекламувати не будемо. А як щодо таких методів, там подути на свічку, заспівати пісню, прокоментуйте, тому що до вас приходять запитання, і дійсно люди користуються саме цими народними методами. Чи дієві вони, чи ні? Ми розлічаємо методи медикаментозного, медицинського, скажімо так, направлення, і педагогічного. Вот то, что вы сказали, задуть свечку, там, поиграть во что-то, это больше педагогическая коррекция. Она и воспринимается лучше в дошкольном возрасте. Чем старше становится человек, тем меньше он воспринимает методы педагогической коррекции. Больше на медикаментозные переходит. Методы вот этой педагогической коррекции тоже имеют широкий спектр. Здесь и различные игры для развития фонематического слуха, потому что без слухового контроля невозможно повышать качество речи. Здесь необходимы различные игры, которые способствуют голосообразованию, интонированности, выразительности речи. Здесь упражнения, способствующие расслаблению мышц артикуляционного аппарата, потому что они испытывает судорожное состояние. Методов очень много. Театрализованная деятельность, логарифмика. Они дієві, методы, правильно? Они действенные. Но опять-таки, как воспринимает ребенок? А на якщо, каком уровне развития? Да, дитина зрозуміла, что с нашей допомогою, если мы говорим про нас, про дорослих, яка тривалість курсу лікування від того, чтобы не заикатися? У всех индивидуально. Ну, а от давайте від мінімуму до максимуму. Смотря еще какая форма заикания. А какие є види? Чи є якісь підвиди заикания? Да, это тоническая и клоническая форма. Зависит от судорог, которые сопровождают речь. Ведь заикание – это судорожное состояние. А значит, если судороги у нас тонические, значит, образуются в коре головного мозга. Это выглядит чисто внешне, как повторы. Запинки в начале слуха, а в основном на гласных и согласных звуках, согласных чаще. И тонические представляют собой, как будто речь попадает в капкан, резкое сжатие и долгая остановка. Здесь, на слове, да? Да, на каком-то звуке посредине слова вдруг ребенок раз и остановился, и долго не может запустить процесс речеговорения снова. Это судорога клоническая, из нее труднее выйти, ее труднее корректировать, потому что локализация этого нарушения в глубинных структурах мозга. Поэтому как воспримет ребенок, взрослый, значит, зависит от степени поражения, от тяжести недуга. Поэтому сегодня мы будем говорить, идем методом проб и ошибок. Мы пробуем и смотрим, как человек воспринимает тот или иной прием. Многое зависит от того, как он работает дома. Потому что прийти на занятие, позаниматься там пусть полчаса, час, а 24 часа закреплять свою вредную привычку, толку будет мало. Кто проявляет настойчивость, терпение, трудолюбие, тот и имеет лучший результат. Є таке, от я щовівторка спілкуюся з лікарями на різні теми, і завжди наприкінці розмови я запитую, чи є якісь методи профілактики, щоб не захворіти тим чи іншим захворюванням. Чи доречно вам ставити таке запитання, чи є якісь, я не знаю, чи вправи, чи що, психічні, психологічні, для того, щоб ми не стикнулися з цією вадою? Тому що ми говоримо, що вона може прийти до нас в будь-якому віці, залежно від хвилювання того чи іншого рівня стресу. Чи є якісь такі на кшталт цього поради? Мамы и папы, бабушки и дедушки, все, кто
тесно общаются с ребенком, должны постоянно, внимательно следить за его поведением и речью. Есть предпосылки, которые видны и слышны, если внимательно отнестись к этой речи. К ним относятся, например, быстрый, однообразный лепет на первом году жизни с недостаточной интонированностью и вокализацией. Темп речи ускоренный, и на его фоне запинки, остановки, ненормативные вдохи среди слова, они заметны посередине слова. Потом могут быть очень частое дыхание, потливость, когда ребенок хочет что-то рассказать, спешит, и это видно. Есть содружественные движения, например, он говорит и при этом моргает, двигает руками, ногами, там, поднимает плечи на вдохе. Или наоборот, плечи сильно зажаты, шея напряжена, голова часто опускается вниз во время речи. Если растягивает гласные, например, часто под используют такие, ну как бы замещающие, дающие ему час для того, чтобы подготовиться. Если родители заметили такие факторы, они не должны ждать их последствий. Они уже должны спешить на консультацию к специалисту и вместе выработать такую стратегию, что делать, как развивать правильно речь ребенка, как предупредить это заикание и как изменить поведение. Тогда этого заикания можно избежать. Кроме того, нужно избежать устранить все социальные причины, а ими могут быть, например, ребенок чего-то долго и длительно боится, тревожится. Тобто постійна тривога, постоянно, боїться, да, затянувшиеся конфликтные ситуации в семье. Если это все устранить вовремя, заикание может и не произойти. Ситуация, например, когда ребенок боится кого-то из членов семьи. Излишне строгое воспитание, да, там старшего брата, который там має командовать, да. Даже если этих людей нету дома, ребенок постоянно находится в состоянии готовности к отрицательным эмоциям. Он все время невольно прислушивается, кто позвонил. Где тобто ми ще можемо спостерігати не лише за якимись мовно-мовленнєвими недоліками, а й за психологічною поведінкою дитини, правильно? Все взаємосв'язано в этом мире. И поэтому ребенок уже ждет. И когда наступает, он даже чувствует время приближения, так, когда возвращается домой объект страха. Це глибока тема, є над чим розбиратися. Я думаю, що найголовніші, найосновніші відповіді на питання ви почули. Краще звернутися до лікаря і попередити ту ваду, ніж потім довготривало її лікувати. Я вам щиро вдячна. У нас в студії була Олена Калкутіна, лікарка-логопед.